Тыква идеально подходит для здорового питания, поскольку в ней содержится большое количество клетчатки, антиоксидантов, витаминов, минералов и белка. В тыкве почти нет жира и крахмала. Существует множество способов ее приготовления. Из тыквы делают супы, десерты, ее запекают, жарят, тушат, добавляют в салаты. Но сегодня мы будем делать вкуснейший тыквенный джем. Тыкву сначала следует разделать, вынуть середину. Для этого удобно воспользоваться ножом, а потом ложкой. А затем почистить. Для этого рецепта я обычно беру 1,5 кг тыквы. Точное количество всех ингредиентов есть в описании под видео. Всю тыкву режем на кусочки среднего размера. Джем я варю в 3 захода. Так будет вкуснее и текстура джема будет лучше. Итак, высыпаем сахар в емкость, в которой будет вариться джем. Если тыква сладкая, количество сахара можно уменьшить. Включаем огонь, добавляем нарезанную тыкву, через некоторое время перемешиваем. Появляется достаточно большое количество жидкости. Во время первой варки я еще добавляю 1 большой лимон, который нарезаю крупными полукольцами. Доводим все до кипения и варим минут 10. Через несколько часов, когда все полностью остынет, приступаем ко второй варке. Теперь пришла очередь добавлять в будущий джем изюм. Варим еще 10-15 минут, а затем оставляем отдохнуть. Во время заключительной третьей варки я обычно добавляю несколько звездочек бадьяна и грецкие орехи. Варим примерно минут 15-20. Точное время зависит от тыквы, насколько она сладкая и водянистая. Когда джем как следует проварится и загустеет, перекладываем его в банки. Даем остыть и наслаждаемся превосходным вкусом. Если понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь ссылкой на это видео и подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые рецепты. До скорых встреч!